защитники Донецкого аэропорта, кадровые и добровольческие подразделения. В сложнейших условиях эти парни раз за разом отбивают атаки боевиков. Те даже прозвали их киборгами. Сейчас мы проезжаем на территорию Донецкого аэропорта. Добраться туда более-менее безопасно можно только внутри бронемашины. Ехать тут, в принципе, достаточно недалеко, всего несколько километров, но эта территория периодически обстреливается боевиками. Здесь работают диверсионно-разведывательные группы боевиков. Без брони живым сюда не доехать. Как только добираемся в аэропорт, начинается обстрел. Ну, кажу, стріляють постійно, переривів не буває. От і зараз ви чуєте. От, а так взагалі. Да, бачите, блядь, побачили, короче, що ми вийшли і стали міни класти сюди. Ну, а так можна жити. Колектив, пацани такі, блін, всі. Наклали тих уродів, блядь. Ну, то таке. На території аеропорту то тут, то там тіла убитих бойовиків. Силовики предлагали ДНРовцам забрать своих погибших. Даже гарантировали прекращение огня. Но те не забирают. Особенно много тел возле диспетчерской башни. За нее постоянно идут бои. Вышка важна тем, что имеет господствующую высоту. С ним можно спокойно все осматривать, оглядывать. Местность. Плюс она является форпостом на въезде и выезде в аэропорт. Мимо нее, скажем так, проходит дорога жизни. То есть туда и обратно. Заходим в башню. Опять начинается обстрел. На этот раз, скорее всего, работает зенитка. Пока относительно спокойно, бойцы показывают, как они живут, что едят, где спят. Хотя спать в таких условиях вообще сложно. Ну вот если вечер прошел относительно спокойно, то вот с наступлением утра опять возобновились активные обстрелы наших позиций на территории аэропорта. Работает танк, вот сейчас был залп града, также работает и стрелковое оружие. Военные и силовики открывают огонь в ответ. Через несколько часов подбивают два наших танка. Один из танкистов погибает. Пехота боевиков усиленно атакует позиции защитников. Наши отстреливаются. Еще через несколько часов подбивают два БМП защитников аэропорта. Еще один военный гибнет. Остальные члены экипажа получают тяжелые ранения. Саша, быстро сюда! Ребята, помощь надо! Правая нога, лево! Лево нога, лево! Лево, лево рука, бля! Бахнуло сильно, бахнуло, бета горит! Мама, папа, сестричка, привет. Я скоро буду дома. Я вас дуже сильно люблю. Ну, хочу свадьбу, хочу діток. Приїдем. Мила, якщо ти мене бачиш сейчас, я тебе теж дуже сильно люблю. Положение становится опасным. Бойовики атакуют с нескольких сторон. На помощь приходит несколько бронемашин десанта. Но попадают под огонь трех танков бойовиков. Семь десантников погибают. Еще 9 получают тяжелые ранения. 79 ВДВ, братан. Своих мужиков моих найдите, мужиков. Своих мужиков, мои мужики. Танки террористов прорываются к взлетным полосам. Их буквально в упор начинают расстреливать из ручных гранатометов. Один Т-72 вместе с экипажем уничтожают. Все? Снаряды детонируют. Вот вам, сука, пидоры, нахуй. За сегодняшних танкистов, блядь. Мрази, сука, ебаные, нахуй.
Я с тобой жечь, блядь, каждый день. Всем пострадавшим бойцам прямо тут на позициях оказывают помощь и в броне отправляют в госпиталь. Вместе с ними покидаем территорию аэропорта и мы. Битва за Донецкий аэропорт не прекращается. Руслан Смещук, Сергей Дубинин. Подробности, телеканал Интер.